Всем привет, с вами я, Батиплей. И сегодня я наконец-то куплю себе Prime, а то заебали ложки меня попускать. Мне дали 50 тысяч синих монет. Будем прокачивать оружие. Опа, мне дали керамбит. Первым я прокачаю МКУ. Я полностью прокачал МКУ. Вторым я прокачаю скаут. Я полностью прокачал скаут. Третьим я прокачаю дигал. Полностью прокачал дигл. Четвертым я прокачаю калаш. Все, деньги закончились. Но я не сдался и решил допрокачать калаш за гайки, которые я получу с ежедневных наград. Все, я собрал все награды. У меня после наград появилось много кейсов. Если хотите открытие кейсов, то соберите 20 лайков. Из-за бага я не смог допрокачать калаш, хоть гайки у меня были. Я решил установить донатерские скины, чтобы все видели, что я не пальцем деланный. И потом с другом я решил проверить, правда ли, что донат решает. Я проебал ему со счетом 6-1. Подумал, что МБ-запись мешает, офнул ее и проебал со счетом 6-2. Вердикт: долбоебам даже донат не помогает. В свое оправдание хочу сказать, что возможно неудобно играть с чуть ли не новыми оружиями. I'm gonna show you.